Ми вітаємо усіх, хто щойно приєднався до нашої глядацької аудиторії. І я хочу нагадати, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Періодично на ваших екранах з'являється номер телефону, за яким ви маєте причудову можливість приєднатися до нашої бесіди. А сьогодні ми продовжуємо цикл зустрічей з працівниками Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Мова йде про таке поширене сьогодні захворювання, як онкологія. А зокрема, зупинимося на процесі діагностування онкологічних захворювань, якими напряму сьогодні займається наша гостинка. Я хочу з великим задоволенням до вашої уваги представити Вікторію Анатоліївну Пташкограй, завідувачку відділення цитологічної лабораторії обласного онкологічного диспансеру. Вікторія Анатоліївна, доброго ранку, доброго. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ви знаєте, сьогодні, в принципі, немає людини, яка якоюсь мірою не стосувалася процесу онкології, онкологічних захворювань. Ми в тій чи іншій мірі поінформовані. Між тим, певні поняття, певні правила не зовсім нам відомі. І сьогодні ви, ваші колеги, з цим знайомлять нас. За це велике спасибі. Насправді, якщо говорити безпосередньо про роботу цитологічної лабораторії, в принципі, що таке цитологія? Розкажіть нам, будь ласка. Цитологія – та наука о клітці, о її строєнні, о її життєдіяльності. Цитологічні дослідження – це мазки, мазки на стеклышках, вот пунктаты, мазки отпечатки, где цитолог под микроскопом изучает строение клетки, ее изменения при каких-либо нарушениях в организме. А также самое, конечно, главное исследование – это отличение доброкачественного новообразования от злокачественного. Спасибо большое. Я так понимаю, что цитологические исследования назначаются в любом случае, когда идет процесс, вопрос о том, онкологическое это заболевание или нет. Или, в принципе, можно обойтись без этого? Нет. Цитологическое исследование – это основной метод, который помогает клиницисту, то есть определиться с заболеванием. И цитология – это в первую очередь мы смотрим на клетки, которые видоизменяются и которые приобретают злокачественные признаки, угу. если это злокачественная опухоль. И дает клиницисту определиться, то есть пациенту надо оперироваться срочно, или это доброкачественный процесс, если это не злые клеточки. Вот. А это можно, значит, еще пролечить и дальше наблюдать, диагностировать. Как давно существуют вот такие методы исследования? Ну, это цитологический метод исследования был введен еще папа Николау, вот таким профессором. Он первооснователь, он начал заниматься цитологическими исследованиями. Но это где-то еще в 20 веке. То есть сегодня этот процесс в активе? Самый широкий и самый распространенный метод. Можно ли сказать, что все-таки существуют какие-то, знаете, как модернизация какая-то, какое-то обновление? Или, в принципе, как он был основан, так сегодня по стандарту вы и работаете? Нет, мы работаем, конечно, по стандарту, но медицина не стоит на месте и шагает вперед. И есть уже такие исследования, как жидкостная цитология, то есть это уже идет компьютеризированный метод, но все равно без врача-цитолога, конечно, невозможно диагностировать вот, злокачественные или доброкачественные. То есть компьютер может отбирать вот, сначала то, что не попадает под его критерии, но врач-цитолог потом дальше просматривает уже глазами. Эти. По сути дела, это ручной метод, правда? Да, это ручной метод. Представляете, какая ответственность лежит на вас и на ваших коллегах. По сути дела, вы решаете судьбы человеческие. Да. Виктория Анатольевна, скажите, пожалуйста, в каких направлениях, в каких, я так понимаю, что цитология – это со всеми органами связано, или у вас есть все-таки приоритетные какие-то направления? Наша цитологическая лаборатория, централизованная, Николаевская, она занимается в первую очередь скринингом. Угу. Это профосмотры, массовые профосмотры, то есть мы смотрим цитологические мазки, мазки отпечатки поверхности шейки матки на раннее выявление, диагностирование и выявление рака шейки матки.
Как важно это все сегодня, потому что буквально недавно в нашем эфире мы обговаривали эту тему с онкогинекологом, и речь шла о вирусе, папилломовирусе. Я так понимаю, что это один из вариантов, который также зависит от вас. Итак, давайте начнем сначала. Как правильно делать цитологический анализ, как подготовить женщине для того, чтобы все было правильно, и она для вас создала нужные условия, потому что это очень важно. Значит, самое главное правило, то есть женщина приходит к врачу-гинекологу на прием после, в середине месячного цикла. В середине цикла. Месячного цикла. Не во время, не после сразу, не до месячных там за 3-2 дня. Это самое главное правило. Потом женщина за сутки от исключения полового акта. Потом исключение спринцеваний, а также вагинальных свечей. Вот. Ну и также очень большое значение имеет правильная забора мазка врачом-гинекологом или акушерочкой и его оформление и доставка в нашу лабораторию. То есть у вас нету на месте специалиста, это материал доставляется, да? Материал берется, да, либо в кабинете гинеколога, либо в кабинете патологии шейки матки. И оформляется и доставляется в нашу лабораторию. А как и с помощью чего обрабатывается материал дальше? Что вот происходит? Вот забрали, какая дальше метода? Да, привезли к нам, доставили нам материал. Значит, медрегистратор наш регистрирует этот материал, относится это в покрасочную. Там материал красится, сушится. Вот, и ложится на стол врачам-цитологам. Обязательно с направлением. То есть в направлении всегда написано фамилия, имя, отчество, год рождения, обязательно последние месячные. Вот. И если это не профосмотр, а диагностический мазок, то врач указывает, по какой причине женщина обратилась, то есть понятно, что ее беспокоит. В принципе, вы должны понимать, да, историю доставки материала, с чем все связано, да, какие есть подозрения, какую информацию вы можете снять вот с анализа. Мы снимаем это в первую очередь, когда мы смотрим на мазок, на цитологию, мы смотрим, это доброкачественный или злокачественный процесс. То есть если клетки все-таки изменены, но это доброкачественный процесс, это идет фон воспаления, может быть какой-то выражен, может быть эритроцитов очень много, то есть это эрозия. И клетки. А что проявляют эти клетки? Вот мне так интересно, получается, это под микроскопом, да, происходит? Да, это под микроскопом. То есть какая-то жидкость определяет эти раковые клетки? Нет, это получается шейка матки женщины, она выслана несколькими слоями эпителия. Да, и когда гинеколог заходит щеточкой, специально щеточкой, и проводит по шейке, он как бы снимает поверхностный слой этих клеток и размазывает их на стекло. Вот, мы смотрим уже под микроскопом, мы смотрим клеточки. Это ровно лежащие как бы клеточки поверхностного плоского эпителия и из цервикального, это железистые. Когда там идут какие-то процессы, изменения уже, они немножко видоизменяются, то есть приобретают атипию. Эти клеточки. То есть она имеет другую форму, она, другое да, строение? Да, это ядерно-цитоплазматическое, в первую очередь, это ядерно-цитоплазматическое соотношение. То есть ядро увеличивается, цитоплазма уменьшается. Вот. Конечно, в злокачественных процессах настолько идет видоизменение клеток, что их уже практически невозможно узнать и определить с начальной природой их. Представляете? Они очень ярко выражены, очень большие крупные ядра, то есть маленький ободок цитоплазмы, они образуют большие комплексы, то есть в норме этого не должно быть. То есть никакая жидкость, по большому счету, вам не помогает, только зрение, да, и вот... Только зрение. С помощью какого оборудования вы это все делаете? Потому что я так понимаю, что там очень высокочувствительные какие-то микроскопы. Нет, это обычные микроскопы, бинокуляры. Вот, конечно, с хорошей оптикой обязательно, потому что у нас мы смотрим как и на малом увеличении сначала, полностью фон, смотрим картину, вот, потом переводим на большое увеличение, это в 100 крат, вот, и рассматриваем уже конкретные отдельные клетки. Виктория Анатольевна, я так понимаю, что, в принципе, если специалист опытный, там все понятно, но, тем не менее, существуют ли какие-то погрешности, можно ошибиться? Да, можно ошибиться, и
ошибаемся иногда, потому что мы смотрим клетки, а гистологи смотрят ткани. Они уже здесь определим для наших зрителей, что такое цитология и что такое гистология, потому что в большинстве у обывателей это вот, они дружат, эти два процесса. Это два процесса не дружат, но они друг друга дополняют. Так. Значит, цитология – это наука о строении клетки, изучение клетки, а гистология – это уже изучение ткани, срезов ткани. Клетки образуют слои ткани. Ткани образуют органы, органы – системы органов. То есть, дорогие друзья, сегодня мы получаем, знаете, такой базовый цикл для чайников, для новачков, потому что большей частью сегодня, если существуют какие-то нарушения или подозрения, специалисты обязательно отправляют нас на гистологию для того, чтобы понимать, что происходит. Вот сегодня специалист нам объяснил. И бояться этого надо или не надо? Это следующий вопрос, Виктория Анатольевна, потому что социальные сети просто переполнены обсуждением. Мы каждый по-своему уже специалист, и каждый по-своему уже, знаете, как с рюкзаком знаний. Считается, что любое внедрение в ткань, если, например, это опухоль, это образование, влечет за собой какие-то изменения, и люди боятся просто всего, что происходит. Вообще все, что касается онкологии, это все страшно, но по мере того, как ты понимаешь суть момента, какие-то страхи уходят. Вот сегодня мы от вас тоже ждем того, чтобы мы понимали. Ну, вообще цитологический метод забора мозга, он безболезненный. Да. Я говорю про патологию шейки матки. Он безболезненный абсолютно. То есть женщины не должны бояться. Никто там их резать не будет. Никто кусочки брать, это уже другой вид исследования, это щипковая биопсия. Угу. Вот, эта щеточка наносится, то есть безболезненно. Также есть у нас другие виды исследования, также мы смотрим. Это различные пунктаты. Угу. Пунктаты молочной железы, пунктаты брюшной полости, щитовидной железы. То есть, если вы пришли к врачу, клиницисту на прием, и врач вам советует пропунктировать молочную железу, потому что там собралась жидкость, не бойтесь этого, это надо обязательно сделать, потому что цитологическим методом врач определится, злокачественный это процесс или доброкачественный. По сути, это неприятно, но не больно и не страшно. Но от этого зависит наша будущая судьба, да, жизнь человека, да, правда? Да, то есть на диагностирование ранних стадий рака хороший благоприятный прогноз на будущее, то есть ранние стадии, они излечимы. Сегодня специалисты нам говорят о том, что онкология излечиваема, и это, можно сказать, основное, знаете, как гасло, это лозунг наших встреч, потому что на ранних стадиях, а ранние стадии зависят от нас с вами, каждого из нас, насколько мы будем внимательны к собственному здоровью и насколько будет прекрасным, счастливым наше будущее и будущее наших детей. Виктория Анатольевна, может ли цитологическое исследование позволить выбрать способ лечения онкологии дальше, если уже поставлен, например, диагноз, что это онкоклетки? Да, у нас еще цитологические исследования используют в лечении, то есть после проведенной операции, после проведенной химии либо лучевой терапии, вот клиницист с помощью цитологических исследований наблюдает за процессом. Понятно. То есть не один раз забирается, нет, да? Нет, нет. Ну, можно в течение всего болезни, угу, когда человек болеет, то есть брать цитологические исследования и смотреть, идет пролонгация процесса или не идет. Идет распространение заболевания. Понятно. А как можно долго вообще опираться на результаты вот данного исследования? Как долго действителен вот этот результат, анализ этот? Ну, долго. То есть во время болезни и когда вот определимся вот на пунктате молочной железы, когда идет кистозное поражение молочных желез, то есть врач, пропунктировав, он смотрит, что там доброкачественный процесс идет и назначает лечение. После лечения он смотрит, что процесс не уходит, он пунктирует еще раз. И опять же, то есть мы все время вот этими пункциями и цитологическими исследованиями мы смотрим, чтобы процесс не перешел ту грань и не начал озлокочисляться. Понятно. Вот. Ну, долго вот пунктирует, сколько возможно. Сколько нужно? Да, сколько нужно, столько я буду пунктировать. А вот этот разовый забор, как долго можно опираться на его результат? Это 2 дня, это месяц, я не знаю. Разовый забор, значит, если говорить по скринингу патологии шейки матки, это профосмотр раз в год.
Женщина обязана пройти профосмотр в возрасте от 18 до 65 лет. Женщины, которым не берут цитологические мазки, это до полового созревания, то есть до половых отношений девушки, это после тотального удаления матки с придатками, вот, и это женщины уже в пожилом возрасте, которых после неоднократного нормального цитологического ответа. Понятно. Вот, тогда вот этим женщинам не берут. А так профосмотры, каждая женщина должна хотя бы раз в год пройти профосмотр. Знаете, последняя информация всегда запоминается. Я очень хочу, чтобы вот то, что вы сейчас сказали, стало знаковым для наших зрительниц, и вопрос собственного здоровья стал самым актуальным в процессе жизнедеятельности нашей, потому что, как правило, женщина оставляет свое здоровье пунктом 45-м. В основном нельзя, это семья. Нельзя такое делать, потому что, к сожалению, рак не дремлет, рак не стоит, он мутирует с каждым годом, он как-то изощряется. Поэтому где какие процессы, где что-то беспокоит, надо обращаться к врачам. Либо к доверенным своим врачам, либо к гинекологу, ну, на больнице, в частных клиниках. Обращайтесь, не затягивайте, потому что процесс может быть необратим. Ранние стадии, они излечиваемые. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Мы поздравляем вас со всеми наступающими Спасибо. Праздниками. И пусть они обязательно будут радостными для вас, для ваших коллег в областном онкодиспансере и для всех николаевцев. Мира и здоровья. Спасибо. Вас также с наступающими праздниками.